лет. И сегодня мы это все разложим максимально, как я знаю, из своего опыта. Из всех действий, которые нужно делать в первые 12 месяцев становления компании, конечно, блок финансирования, инвестиционные циклы, он, конечно, способствует все остальное, потому что как ты иначе будешь добиваться, чтобы люди что-то для тебя делали? Люди иногда думают, что процесс инвестирования – это как съем девочек на пляже. Просто типа подошел, как-нибудь мяч бросил в лицо, главное, чтобы заметил. К сожалению, в инвестиционных раундах так не работает. Да? Это не съем девочек на пляже. Это серьезный процесс, люди хотят, чтобы к ним относились с уважением. Соответственно, да, в конечном итоге есть похожие вещи, как в отпуске найти себе принцессу, да, но уровень активности, уверенности, ясность, все то же самое. Но в конечном итоге вы должны отражать профессионализм. Да, это очень важно, работать с внешними деньгами. Если не хотите, если вы хотите быть вот таким предпринимателем, который все пофиг предприниматель, значит, вы должны работать с внешними деньгами. Вот, соответственно, квалифицировали. Очень про каждого человека знаем. Если бывает, что мы знаем, действительно, есть вопрос. Невозможно было выяснить, есть такие фонды, у которых на сайте просто там логотип, и типа мы любим предпринимательство, да, или что-то такое. Соответственно, пытаемся найти статьи, пытаемся накопать информацию, и все, если не нашли, и никого, ну, можно поставить приоритет 3 и типа, ну, попробовать. Да. То же самое, что касается, это первый блок, да, qualify, надо выбирать себе, кому ты приходишь. Вот мы, например, проверяем, что ну, это люди, с которыми мы хотели бы работать или нет. Да? И стали друзей, фамилии и как бы там фулс. Обязательно уже иметь какие-то договоренности, потому что часто это происходит немножко неформально. Но моя рекомендация это всегда вести кейптейбл, кому что и в принципе, уже писать документы. Но есть очень удобные инструменты, как, например, конвертируемый займ, который можно очень удобно принимать деньги и их потом конвертировать с дисконтом к сид-раунду, который вы сделаете. Да. Самый удобный инструмент – это конвертируемый займ. Более, но есть еще более удобный момент. Это и есть ваша биржа. Да? И какие-то процессы будут заканчиваться X, да, вот, типа после переговоров приняли решение, что нет. Да? И здесь вы все делаете красным, и у вас постепенно будет все краснеть, где-то будет желтый цвет, где-то зеленый, я всегда использую светофор, и вы таким образом расставляете приоритет, очень важный приоритет, и сортировка идет, и здесь у вас всегда по вероятности происходит сортировка, и этот файл очень живой, он двигается, он весь процесс двигается, да. Поэтому, можно, пожалуйста, еще смотреть. Не транслируется эмоция ясности, когда человек четко просчитал, четко знает, что ты хочешь добиться, чем ты готов поделиться. Как, потому что ты должен делиться, конечно, будущим успехом, если хочешь, чтобы кто-то финансировал твою мечту. Поэтому вы должны создавать максимальную ясность у себя и для других. Вы должны точно знать на каждом цикле сид, в А-раунд, в Б-раунд, всегда точно 100% знать, какой результат вы хотите. Вот в этом процессе происходит у меня всегда, я делаю это тоже, не знаю, сколько раз, десятки раз, большие инсайты. Я учусь, я просто узнаю очень много нового, потому что бывает индустрия, которая не так хорошо знает, бывает человек, место, который уже 20 лет этим занимается. И здесь может произойти важные изменения в основных документах, потому что иногда люди говорят, слушай, вот в этой сфере...